Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Человек, родившийся 1, 10, 19 или 28 числа каждого месяца, может смело выбирать один из этих дней для активных действий. Магия Солнца на его стороне. Особенно это касается периодов с 21 июля по 28 августа и с 21 марта по 28 апреля. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Вместе с тем, они склонны скрывать от окружающих и даже от самих себя свои истинные чувства и страха потерять самоконтроль и уверенность в себе. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Другие недостатки единиц – их склонность к сухости, даже жестокости по отношению к другим. Стремление к власти любой ценой, упрямство, чрезмерное честолюбие, умение эксплуатировать людей и в крайних случаях агрессивность. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.